Поздравляю. Да, причем такой символичный номер квартиры 76. Поздравляю. Спасибо. Этого момента теперь уже жители дома на Большой Технической ждали давно. Новоселье готовились отметить еще полгода назад, но застройщик все работы свернул. Почти 200 семей рисковали остаться без жилья. Ну и особые слова благодарности и низкий поклон вам, Дмитрий Юрьевич. Вы прекрасно влились в наш регион. Вы, мы считаем, наш человек. На самом деле, благосостояние людей – это очень важно для нас. Это коллективный труд нашей команды, команды правительства и наших уважаемых партнеров. Вопрос обманутых дольщиков на особом контроле правительства области. Дмитрий Миронов не раз выезжал на стройки, лично контролировал ход работ на всех проблемных объектах в регионе. Ивановская домостроительная компания, которая входит в печально известный холдинг СУ-155, возводить дома на тормозном шоссе начала еще в 2013-м. За 2 года планировали построить 3 многоэтажки. Не справились. Только благодаря комплексному подходу команды специалистов Дмитрия Миронова новоселье для этих дольщиков стало реальной перспективой. Достраивали за счет привлеченных инвесторов. Мы начали чуть раньше срока монтаж еще одного дома здесь, на тормозном шоссе. Но оставшиеся 2 дома мы планируем ввести в начале, в первом-втором квартале 2018 года. Я хотел бы вас заверить, что те проблемные объекты, которые на сегодняшний момент у нас существуют, мы все-таки доведем до логического завершения, и люди наконец-то получат ключи от своих долгожданных квартир. На этом мы останавливаться не будем. Я считаю, что этот вопрос у нас сдвинулся с мертвой точки. Сейчас в регионе 393 объекта незавершенного строительства, чуть более 9500 дольщиков. Уже проведена инвентаризация всех проблемных объектов. Болевые точки – это 17 домов на особом контроле главы региона. К слову, список будет сокращен. К апрелю отметят новоселье высотки на Балтийской. Кроме того, не теряя набранных темпов строительства, будут сданы долгострои в Дзержинском районе и в Дядьково. Итого, в этом году планируют ввести в эксплуатацию 6 долевых многоэтажек, а это более 500 счастливых новоселов. Денис Муравьев, Светлана Маланичева, Алексей Белов, Георгий Иванов. День в событиях.